Хор «Село Ружное» – коллектив, который не так часто в полном составе покидает родной Карачевский район. Не все из солистов готовы к продолжительным гастролям. И вот редкая возможность услышать хор с брянской сцены. Зачастую очень тяжело выехать в деревню Детево, познакомиться с ними на месте. Поэтому мы стараемся вот эти отголоски народной культуры пригласить сюда, в Брянск, и продемонстрировать большому количеству людей. Это исполнение, эти песни рождены на Ружинской земле. Они отражают особенности русского фольклора, но при этом неповторимы. Они на грани мажора-минора. Очень сложно их расшифровать музыкально. Они гуляют вот по тем оттенкам той матушки природы, которую невозможно записать, зафиксировать каким-то определенными знаками. И это пение очень сложное. Уникальны и костюмы ансамбля. Некоторым из платьев по 100 лет, а то и по 2 века. Покрой, вышивка. Они вроде бы характерны для славян, но в них есть отдельные элементы, присущие только ружинским костюмам. Сколько ни приезжало мастерицы, брянские и московские, глядя на рукава, глядя на вышивку, некоторые говорили, а мы этого повторить не сможем. На исполнительницах свадебные наряды ружинских девушек. Это платья, которые чудом сохранились за десятилетия, пережили войны, в том числе и Первую мировую. Их хранят как семейную реликвию и как произведение искусства. Стараемся как можно реже стирать, но хочу сказать, все, что вышито, все, что красное, это вообще не стирается. Стирается и отшивается весь только светлый материал белый. Он стирается, да, приводится в порядок. А это ничего не стирается. Этих костюмов осталось не так много. Некоторые хранятся в музеях, в том числе в Московском этнографическом. Жители Ружного не теряют надежды повстречать умельца, того, кто разгадает секрет и повторит уникальную вышивку. Артемий Маркелов, Анатолий Чекрыгин. События, Брянск.